Приветствую вас, дорогие подписчики, с вами Джон Летаржи. И в этом видео я хочу с вами рассказать о нашумевшем случае. Произошло это не так давно, на прошлой неделе, насколько я знаю. Этот случай произошел в Санкт-Петербурге. А некая Наталья Липская гуляла в своем дворе с внучкой 4-летней. И там гуляла группа детей из детского сада для инвалидов. Там были дети с особенностями, в основном аутисты, которые вели себя не так, как ведут себя здоровые дети. Кто-то мычал, кто-то странновато себя вел. Ну и, в общем, этой женщине не угодили эти дети, не понравились. Она попросила родителей и воспитателей вывести этих детей, чтобы они не гуляли. Ну и аргументировала она это тем, что ее здоровая, хорошая, красивая, прекрасная внучка очень испугалась этих детей. Но я думаю, то, что эта внучка, скорее всего, испугалась свою некультурную и невоспитанную бабушку. Я бы так сказал. Потому что это жуткое хамство и хабальство. Но эта женщина является женой бизнесмена и считает себя выше других людей. У нас, в принципе, в России очень плохое отношение к инвалидам. И все это идет из Советского Союза, где просто игнорировались проблемы общества. И просто принято было говорить, в Советском Союзе инвалидов нет. В Советском Союзе того нет, сего нет. Ну, просто игнорируя проблему, эту проблему мы никогда не решим. Просто понимаете, ну, этим детям, ну, и в принципе, инвалидам и так тяжело живется в нашем российском постсоветском обществе. И просто презирать их за тот факт, то, что они такие, то есть ненавидеть человека за то, в чем он не виноват, это, конечно, самое настоящее уродство. Знаете, можно иметь какие-то психические особенности, умственные, физические, но самое страшное, это когда человек инвалид в моральном смысле. Вот это действительно страшно. Так что я, конечно, ни в коем случае не поддерживаю таких людей, которые вдруг почему-то возомнили себя лучше и выше кого-то. Это вообще очень похоже на фашистскую Германию, на Спарту. Как вы знаете, спартанцы закончили достаточно плохо. Они не произвели ни одного произведения искусства за все время, то, что они существовали. Так что, люди, будьте более терпимыми, не превращайтесь в моральных уродов, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал и не забывайте донатить. Всем пока!